Юбилей в кругу друзей. Художественный руководитель Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина Виталий Слабачук отметил 75-летие. В числе приглашенных на праздничный вечер была и наша съемочная группа. О том, как поздравляли заслуженного деятеля искусств России, расскажет Елена Погорелова. В драмтеатре снова аншлаг. Но приглашенные гости ждут не премьеры. В центре внимания этого вечера художественный руководитель белгородской драмы Виталий Слабачук. 14 августа заслуженному деятелю искусств России исполнилось 75 лет. Поздравить мастера с юбилеем пришли несколько сотен человек. Мы очень многому у него учимся. И сегодня применяются, в том числе и в театре, современные технологии. Все это вошло в нашу жизнь, но он совсем с этим справляется. Он и внешне молод и красив, он и внутренне молодой. И вы знаете, мне кажется, вся команда руководителей культуры Белгородщины с непроходящим восхищением, восторгом и благодарностью относится к нему. Я бы хотел бы пожелать этому человеку долголетия, здоровья, благополучия. Ну и самое главное, это творческий человек. У него много всегда креативных, хороших таких идей. Так вот, чтобы у него хватило сил, средств, здоровья на реализацию этих всех идей. Театр пользуется колоссальной популярностью во всей России. И в этом заслуга, прежде всего, этого уникального человека. В этом году Виталий Иванович отмечает сразу три юбилея – 75-летие со дня рождения, 55 лет работы в сфере культуры и искусства и 45 лет служению белгородской драме. Вехи жизни маэстро в театрализованном представлении показала труппа щепкинцев. Родившись в Белгороде, Виталий Иванович всю жизнь посвятил родному городу. В 27 лет возглавил областной театр «Кукол», а через два года – драматический театр имени Щепкина, став самым молодым художественным руководителем в РСФСР. Это мой город, я его люблю и всегда хотел что-то сделать такое, чтобы я чувствовал, что я принес ему пользу. И вот тогда, когда я пришел в театр, это было давно, и когда здесь не было зрителей, театр был такой-никакой, а теперь признаны Россию, нас приглашают на фестивали. Все правила, порядок у театра такой, что достоинство мы даруем городу своим творчеством. И город, конечно, любит свой театр. За годы работы под руководством Слабачука театр стал академическим и на сегодняшний день признан одним из лучших в стране. Хотя Виталию Ивановичу он достался в полуразрушенном состоянии. За это время с гастролями актеры объездили почти полсотни городов России, становились неоднократными призерами, победителями театральных фестивалей. Свои спектакли на белгородской сцене ставят именитые столичные режиссеры, а щепкинская труппа по праву считается коллекционной. Больше 40 лет мы вместе. Понимаете, с ним вся жизнь связана, вся судьба связана. Я пришел сюда в 21 год. Он делал из меня актера. Конечно, и режиссеры, которых он приглашал, с которыми работали, но воспитывал он. Он всех нас воспитывал. И старшее поколение, и младшее поколение. Ведь речь идет не только о театре, не только о существовании на сцене, но и вообще о жизни. Виктор Иванович Слабачук – это вообще уникальный человек. Человек, который соединяет время. И его забота о молодых, они сегодня были на сцене, это опять же протянутая рука в будущее с тем, чтобы то дорогое, то главное, то важное, что является сутью театра, а именно это обращение к человеку, и это есть в театре Белгородском, чтобы это было сохранено. Со сцены весь вечер звучали теплые слова и поздравления. Благодарность юбиляру за вклад в развитие культуры страны озвучил член Совета Федерации Иван Кулабухов. Вы интонацию созидания вообще пронесли через всю свою жизнь. И благодаря вашим вот таким подходам, проектам, задумкам, совершенно театр стал другим, он преобразился. И действительно, еще раз я повторяю, что мы гордимся этим театром. Низкий вам поклон. От имени главы региона Евгения Савченко юбиляра поздравила заместитель губернатора Ольга Павлова. Сегодня говорилось о том, что Виктор Иванович много наград, но мне было названо еще одна. Распоряжением губернатора Белгородской области Виктор Иванович удостоен высшей награды Белгородской области, третье ратное поле России. Я сегодня не стала вручать, я решила, что лучше, чтобы это сделал Евгений Степанович. Выйдя на сцену, Виталий Слабачук поклонился до земли своей труппе и зрителям. В сентябре драматический театр имени Щепкина снова примет гостей. Новый сезон откроет премьерой спектаклем «Ужин дураков». Елена Погорелова, Андрей Андрейко, к этому часу, Белгород.